Всероссийский конкурс «Доброволец России-2018. Социальный лифт для волонтеров», который входит в платформу «Россия – страна возможностей». Конкурс является ключевым событием этого года, который президент России объявил годом добровольца-волонтера. За последние годы волонтерское движение широко распространилось по всем регионам России. Мы захотели принять в нем участие, потому что развиваем в городе Электрогорск событийное волонтерство. Что это значит? То, что сейчас очень много мероприятий, которые проходят у вас в стране. У нас в стране тот же самый чемпионат мира по футболу, Олимпийские игры в Сочи, фестиваль студентов и молодежи, который проходил тоже в Сочи. И очень важно сейчас именно привлекать молодежь на данные крупные мероприятия. Они помогают совершенно безвозмездно на них. Электрогорские волонтеры не остались в стороне от всероссийского движения. В этом году на конкурс представляет свой проект «Событийное волонтерство» волонтерское движение «Ивент», существующее на базе молодежного центра. Мы стараемся привлекать на городские мероприятия молодежь, которые также помогают безвозмездно. Они учатся, переходят на новый уровень, они уже становятся организаторами крупных областных мероприятий, потом переходят на федеральный уровень волонтерства. Тем самым они продвигаются не только по социальной лестнице, но и по карьерной, потому что таких ребят замечают и предлагают им в дальнейшем уже перспективную работу. Участие в конкурсе могут принять все, как юридические лица, так и физические. Более того, возраст участников конкурса начинается с 8 лет и не ограничен верхней возрастной планкой. И это важно, ведь даже в нашем городе очень много юных волонтеров, старающихся сделать наш мир добрее и лучше. Помимо того, что развиваем ребят таким образом, мы также помогаем улучшать мероприятия, которые проходят у нас в городе. Мы с удовольствием сотрудничаем с отделом культуры, спорта и молодежной политики и непосредственно с начальником данного отдела Евгением Владимировичем. Он очень нам помогает тем, что привлекает ребят на данные мероприятия. Также нам очень помогает то место, где я работаю, это Дом молодежи и Черналова Алена Андреевна. Она всяческими способами помогает развивать ребят, помогает их кооперировать в группы, и они этими группами уже выходят на помощь на мероприятиях и с удовольствием помогают, развлекают детей на данных мероприятиях. Они помогают в сборах, не знаю, сцены, прилавков, чего угодно. То есть это разные виды работ, но они с удовольствием это делают, не требуя ничего взамен, и также радуются, когда эти мероприятия проходят на ура. В этом году конкурс запущен в новом формате. 12 обновленных номинаций. Создана программа акселерации. Это трехмесячная программа развития и обучения инициаторов самых успешных проектов. 5 декабря в рамках Всероссийского форума добровольцев состоится очный финальный этап конкурса и премия «Доброволец России-2018».